культурное событие осени – международный фестиваль «Брас Осень» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга с 10 по 18 октября 2020 года. Давно ожидаемый и полюбившийся петербуржцам осенний Брас-фестиваль вновь украшает повседневную жизнь горожанина, согревает сумрачные холодные вечера Петербурга и увлекает в заоблачные дали. Все стабильно. Как всегда, труба зовет, и залы Невского проспекта, прекраснейшие залы в сердце города, с дивной акустикой создают великолепную оправу живому, осязаемо теплому звуку духовых инструментов. Труба зовет, и вновь встречаются брас-музыканты Духового братства Петербурга и университетов США. И несмотря на нынешние профилактические международные ограничения, наши заокеанские коллеги все равно принимают участие в брас-фестивале, пусть и в формате онлайн. Труба зовет, и мы шагаем с нашим проектом уже второе десятилетие, в новом третьем тысячелетии, неофициально признанным титулованными маэстро золотой эрой брас-музыки. Брас очень стабильно привлекает публику и объединяет музыкантов-духовиков, исповедующих одинаковые идеалы, безусловную веру в силу и красоту классики, энергию джаза, обаяние поп-музыки, драйв-фанка и других направлений сегодняшнего дня. Поэтому музыканты с профессиональной точностью исполняют музыку такого необычного многообразия стилей, ставшего визитной карточкой фестиваля и его участников. 10 октября состоится концерт «Четыре столетия в 21 веке» в зеркальном зале Дворца Белосельских-Белозерских на Невском проспекте 41. Неторопливый и радостный променад из далеких времен с музыкой Монтеверди, Пёрсела, Вивальди, Баха, Орбана, Бричальди пересекается с композициями Гершвина, Роджерса, Родриго, Пьяццолы в исполнении известного коллектива City Music Band, а затем стуков бенд включает Dixieland, и, наконец, брас-квинтеты США элегантно приглашают 21 век современной американской неоклассикой и обязательно джазовыми стандартами. Зрелищность музыки подчеркивает видеоарт и элементы костюма, миманс, характерные для разных музыкальных эпох от ведущего концерта. 12 октября гала-концерт «Романтика классики и джаза» в Государственной академической капелле на набережной реки Мойки, 20. Любимый петербуржцами военный оркестр штаба Северо-Западного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации под управлением главного дирижера подполковника Максима Кончина исполняет в собственных аранжировках музыку Чайковского, Стравинского, Бизе, Бородина, Шостаковича. И как исполняет! Каждый в зале мгновенно ощущает в душе необыкновенный мощный позитивный подъем, силу и радость, а еще гордость от своей причастности к русскому искусству. В этом же концерте City Music Band и брас-солисты университетов США исполняют новые сочинения, неоклассику и знаменитые джаз-поп-композиции. С 15 по 16 октября образовательно-концертная программа фестиваля «Звук, стиль, воплощение» в концертном зале Российской национальной библиотеки на набережной реки Фонтанки, 36. В 14.00 мастер-классы онлайн от профессоров университетов США. Консультант и комментатор, профессор Санкт-Петербургской консерватории по классу трубы, солист оркестра Мариинского театра Борис Табуреткин. 15 октября в 19.00 концерт из золотого репертуара академической трубы. Играют лауреаты конкурсов, солисты петербургских оркестров, ученики Бориса Табуреткина. 18 октября – закрытие фестиваля «Вечер инструментального театра «Кроссовер фэнтези» в Театре эстрады имени Аркадия Райкина на Большой Конюшиной, 27. City Music Band разыгрывает на сцене фантазию «Смышленые коты» – бэнд-шоу с детективно-романтическим сюжетом, который музыканты весело рассказывают в стиле рэп о котах и львах Петербурга, Милана, Нью-Йорка. Публику увлекают мелодичные композиции Ирины Вакуленко, композитора и художественного руководителя проекта, ее аранжировки мировых хитов, лаконичная хореография Кирилла Дроздова и дизайнерская изобретательность видеодекораций Аркадия Почанского и Вячеслава Бельски.
Артисты легко комбинируют классические джазовые жанры, рэп, создавая единое гармоничное пространство, и самозабвенно импровизируя, добавляют яркости и сочности в общую красочную палитру. Зрителям гарантирован позитивный драйв с музыкой, мгновенно покоряющий безудержным ритмом движения, радостью и нежностью.